Перед вами лохматая душа. Сейчас расскажу, что у нас сделано. Мы сделали прожектора. Теперь у нас освещают на 4 стороны. Даже на 5. Так. Дальше. Варим кашу. Тихо, ребята. Да, мамины. Что, малышня, как себя чувствуем? Мои хорошие. Все отлично. Так, какого числа укол надо делать малышу повторный? Так, хорошо. 5 числа будем колоть малышку повторно. Так, пойдем дальше. Дальше. Ой, ребята, я так радуюсь, прожектора сделали. 6 прожекторов установили на 6 сторон. Здорово, просто здорово. Так, что у нас здесь? Работа, ребята, идет полным ходом. Мы разделили вольеры. Сделали их небольшими, чтобы рассадить подрастающих подростков. Флорик, красавчик мамин. Мальчик мой красивый мамин. Мамин-мамин. Мой красивый мальчик. Мое солнышко. Мамин. Что, красавчик? Ребята, Орфей скоро уезжает. Я очень надеюсь. Уже почти все готово для него. Прививки все сделаны. Все, Орфей должен скоро уехать. Очень скоро. И помоги нам Бог. Хаос у нас небольшой, ребята. Ну а что делать? Вольеры разделили. Здесь сейчас сделаем будку. Будет еще небольшой один вольерчик, чтобы рассаживать молодняк, ребята. Видите, подросли. По 8 сидеть нельзя. Надо по 4 хотя бы. Так что вольерчик сделали. Сейчас сделаем будку. Что, мои хорошие? Мамины. Да, ребята. Козлята маленькие. Мамины, мамины, мои хорошие. Да, 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 да. Что? Что такое, ребята? Это наша жизнь, друзья. Это наша жизнь. Ребята, у нас огромная проблема. Нам нужен корм. Мы обращаемся к вам вновь и вновь с криком «Помогите!». Ребята, Россия огромная. Хороших, добрых людей у нас много. И поэтому моя надежда только на вас, на людей с большим добрым сердцем. Вы спасали нас 15 лет. Все эти годы, ребята, я обращалась к вам с разными проблемами. Но чаще всего звучала все-таки проблема «корм, помогите с кормом». Мне иногда говорят: «Валя, что ты вопишь, у тебя ролики одни и те же». Ребята, а как не вопить, если прошло 2 недели? Корм съели, а ушастым... Ребята, я не могу им это никак объяснить. Я прошу вас, соберитесь силами и помогите нам собрать, может быть, чуть больше, чтобы не на 2 недели, на месяц хватило. Чтобы я не кричала каждые 2 недели. Вас так много, ребята. Если бы каждый из вас отозвался хоть по 100 рублей, ребята, мы могли бы собрать на корм. А если бы каждый из вас подключил автоплатеж, каждый, ребята, кто меня слышит, пожалуйста, услышьте. И я бы не кричала больше вам с этих роликов и не просила бы денег на корм, они бы у нас были. Благодаря вам, нашим подписчикам. Приюту тяжело выживать. В наших условиях пока еще не работают законы. Возможно, наша Россия переживает определенный отрезок времени, чтобы перестроиться. И когда-нибудь история расскажет о этом времени. И будет стыдно, ребята. Будет стыдно за то, как мы этот отрезок прожили. Давайте внесем в нашу страну и в это время что-то хорошее. От всего сердца, от всей души. Привет. Привет.
целуешься, а, чудовище? Привет, мои хорошие. Пересадить вперед, а те, которые впереди, пересадить сюда, поменять местами, чтобы немножко больше общения было. Начнем с вот этого ряда, хорошо? Надо его забрать и смотреть поближе. Так, хорошо, сейчас закончим, вернемся туда. Ребята, эту мелочь я забрала из сербунов. Их 9 самых малюсеньких я забрала из сербунов. Я не выдержала, ребята. Я когда увидела это видео, я просто не выдержала. Он же пекинесик. И за что его приговорили к смерти? Потому что старый. Это метис Йорика, кроха. Маленький мой. Они все взрослые, ребята. Все взрослые. Всем не менее 8 лет. Вот так. Крошечные, по 30 сантиметров. Это смертники из сербунов. Надо обязательно докрыть вольеры. Без этого нам никуда. Ребята, дожди мокнет. Сено мокнет, выкидываем в холостую. Здесь даже у нас сварено уже, ребята, но нам нечем накрыть. Я смогу накрыть еще, наверное, 2 вольера тем железом, которое сегодня собирала по приюту, снимала с крыши, смотрела, где можно что открутить. Ребят, за октябрь-ноябрь у нас простерилизовано 112 собак. Это огромная цифра. 112 собак. Собаки стерилизуются и пристраиваются. За 2 месяца у нас пристроено около 40 животных. Это огромная цифра для приюта. У нас пристроено где-то 8 взрослых кошек и пристроено где-то около 15 котят. Ребята, я вам сейчас называю цифры, они реальны. Мы можем, будет у нас сейчас сайт, будем заполнять там у нас альбом нашими пристроенными ребятами. Причем альбом буду делить по месяцам, кто у нас когда пристроен. Ребята, работа приюта ведется, но нам необходима ваша поддержка и ваша помощь. Друзья, перед вами то, что у нас осталось. Это наш клуб. Ребята, осталось корма буквально на 2 дня. Я обращаюсь к вам, пожалуйста, помогите нам с кормами. Ребят, вы видели приют, вы видели, какой у нас огромный. Корм у нас улетает очень быстро. И именно поэтому каждый месяц я обращаюсь к вам с просьбой, помогите нам, пожалуйста, накормить наших бездомных. Ребят, эти собаки не только мои.
Они наши. Они российские. И я прошу вас. Россия, ну, пожалуйста, отвлекитесь. Ты же всегда была добра. Помоги нам накормить животных. Это все, что осталось, ребята. Все, что осталось. Я прошу вашей помощи, друзья. Я от этих ушастых. Я прошу вас, помогите нам с кормами. Пожалуйста. И да не оскудеет рука дающая. Спасибо.